Воспитанница спортивной школы города Пензы Мария Романова первая вышла на лед в рамках открытого первенства Заречного по фигурному катанию. Девочка – одна из представительниц старшей группы участников состязаний. В том, что ей выпала возможность выйти на лед первой, есть свои плюсы, уверена фигуристка. Я думаю, что плюс, потому что если ты выступил, то потом можешь отдыхать. Мне страшно было не сделать вращение и каскад. Все получилось? В открытом первенстве города по фигурному катанию участвовали около 50 человек. Посоревноваться в мастерстве вышли спортсмены из Заречного и Пензы. Среди них ребята, которые уже выступали на различных турнирах, и те, кто впервые представляет свою программу судьям. Основная задача каждого участника – выполнить композицию без ошибок. На каждых соревнованиях мы ставим задачу подтверждения своих разрядов, чтобы на дальнейших соревнованиях стартовать на разряд выше. Призовых мест у нас только три, да, то есть, естественно, призовые места попадают у нас самые лучшие, вот. Но у остальных детей любой старт – это праздник для нас. Ну и, конечно же, если мы защищаем разряд, то это праздник вдвойне. В открытом первенстве города участвовали 14 зареченских фигуристок. У многих уже есть спортивные разряды. На всех праздниках они у нас участвуют в открытии соревнований. Вот. И в принципе, с каждым разом смотреть на них все, так будем говорить, интереснее. Они что-то новое показывают. Это классно. Классно видеть, когда дети год от года добавляют и растут. В городском первенстве по фигурному катанию участвовали спортсмены в возрасте от 6 до 11 лет. Соревновались в четырех группах. Отдельно показывали программы первого, второго, третьего разряда и юный фигурист. Елена Степкина, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».